Всем привет! Вчера приехали в Караканский бор. Красота, природа, все шикарно. Погода замечательная. И открывается вот такой вот вид. Шикарный вид. Везде мусор, банки. По пути будет заброшенный холодильник. Вот такие здесь. Вот что люди устраивают. Ну, даже кресло сломали, бросили. Зачем его забирать? Там вот еще одна мусорка. Андрюх, у тебя вот прямо по курсу это холодильник у них самодельный был. Ага, да. Вон там куча мусора возле пляжа, банки ржавые валяются, легко можно наступить. Да, вот тут вот какие-то деятели сделали холодильник самодельный. Сделали, отдохнули, вот, и все так и бросили. И здесь повсюду так, на каждой стоянке. Вода прекрасная. Берег, конечно, захламлен, но это природное. Бревна, корни. Банки. Вот. Вот так вот. Такое вот зрелище. Везде и повсюду. На другом спуске. Вот так вот, на ступеньках. Стоят стеклянные банки разбитые горлышками вверх. Для чего люди так делают? Вот везде вот такие вот ямы. Зачем в пакет собирать мусор и увозить с собой, когда можно выкопать яму, все туда поскидывать. И вроде как выполнил свой долг по очистке леса. Давайте, люди, будем беречь нашу природу. Тем более мы здесь постоянно отдыхаем. Пускай все остается красиво. Если каждый за собой будет немножко прибирать, то это уже немало.